Подготовка к Новому году и Рождеству сегодня обсудили в администрации Барнаула. Основной площадкой праздника традиционно станет площадь Сахарова. Но привычный городок изменит. Причина тому обычно для последних зим – позднее установление снежного покрова. В этой связи комитетом предлагается изменить концепцию строительства новогоднего городка, украсив площадь Сахарова 26 световыми фигурами для оформления и подсветки городка. Для привлечения граждан совместно с комитетом по предпринимательству прорабатывается вопрос установки 15 ярмарочных домиков с двумя зонами фудкорта. Совсем без новогодних фигур жителей не оставят. В центре площади установят ель. На ней обновят световое оформление в виде 73 программируемых гирлянд. К предстоящим новогодним праздникам улицы Барнаула украсят плакатами, живописными панно, надувными и световыми скульптурами, а также искусственными елями и другими конструкциями. Уже сейчас специалисты занимаются формированием общегородского плана новогодних мероприятий. Во всех муниципальных досуговых учреждениях культуры запланированы нами новогодние представления, дискотеки для школьников средних и старших классов, а также тематические мероприятия, выставки декоративно-прикладного творчества. На территориях четырех парков культуры и отдыха – это Центральный, Орликино, Экстрим, Эдельвейс. В зимний период с 24-25 годов будут работать катки массового катания. Подготавливать площадь к празднику начнут с 9 декабря. Именно тогда закроют движение по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до Мерзликина. Откроют его 19 января. Напомним, до Нового года осталось всего 2 месяца. Дмитрий Дроздов. День с толком.